Всем привет, дорогие друзья, с вами Валерий, вы на канале Валерий Хауса, и у нас сегодня на очереди игра, инди-проект, короче, инди-хоррор, вот, под названием Реноватор. Реноватор, да, по-моему, называется он так, вот. Короче, суть игры, мы приходим в дом какого-то художника или скульптора, короче, какого-то чувака, короче, который занимается искусством каким-то. И нам надо разгадать какую-то страшную тайну. Вот, страшную, там, очень тайну, короче, будем разгадывать сейчас. Давайте новая игра. Погнали. Сохраночка. Игра на русском. Это очень хорошо. На русском. Наш родной язык. Понятно, ясно будет, что да как здесь, что творится будет. Так, окей, окей. Вот мы так вот резко начинаем. Оказываемся уже в квартире этого художника или кто это. Так, смотрите, давайте посмотрим. Картины. Так, мы можем что-то здесь... Приблизить можем. Это обычный взгляд, да? И... Супер! Обычный взгляд. И... Супер! Окей, ладно. Так, название картин нет. Ничего, здесь улыбающийся дедок, короче. Ну, знаете, я бы тоже улыбался, когда бы меня обнимала бы какая-нибудь девочка, девушка. Так, здесь у нас девочка. Девочка с апельсином, да? С апельсином или это вареное яйцо? Окей. Ходим мы не так уж и быстро и бег. Так, телефон. Ну, по стандарту зазвонил телефон. Я занят. Я любуюсь искусством. Погоди. Любуюсь искусством. Так, здесь... Типа, короче... Лесок какой-то нарисован. Крысы бегают. Крысы. Так. Слишком засветленные скульптуры. Засветленный чувак. Окей. Зимний сад. Типа того. Я не знаю, может, это, по-моему, не зимний сад, но пускай будет зимний сад. Окей. Так, а тебя я где-то видел. Тебя я, по-моему, видел в Liars of Fear. Короче, этого чувака я, по-моему, видел там. Так, телефон звонит. Окей, давай возьмем телефон. Черт, Билл, твой звонок напугал меня. Да ладно, еще и русская локализация, просто дубляж. Да, я зашел буквально минуту назад. Давай, послушай. Отлично, отлично. В общем, посмотри сам, что нужно починить, подлатать и подкрасить. С этим бы разобрался любой новичок, Билл. Зачем нужно было вызывать меня? И где ваш старый реставратор? А, короче, мы типа за реставратора какого-то сюда пришли, нас вызвали. Чтобы детально рассмотреть предметы, нажмите пыкам. Нажмите пыкам. 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 Я сейчас все запыкмую. Так, а здесь нарисован у нас бардак. Бардак и спящий мужик, короче, с коровой. Окей. Окей, так. Записули. Записули. Ну-ка. Новые поступления на склад. 5 картин, 1 бюст, 1 ваза 5 века, 1 проигрыватель. Необходимо починить вазу и проигрыватель. Отвалилась ручка, и нужно проверить, что со звуком. Говорят, запаздывает. При разгрузке был странный момент, заявлено 5 картин, но в коробках было 6. Никто не может сказать, откуда взялась одна из картин, но я все равно отреставрирую, и мы выставим в музей. Короче, мы реставратор музея, да? А, все, можем закрыть? Ладно, похер, закрыли. Закрыли, окей. Так, заперто на ключ. Это нам не сделает ничего. Здесь отвалилась ручка. Да, какие-то проблемы, короче, с этим проигрывателем. Окей, давай посмотрим, что у нас здесь. Здесь у нас... А я могу сесть? О, я могу сесть, да. Смотри, выделяется вот эта вот херотень. Это краска, да, какая-то. Но она почему-то не берется. Да, ну похер. Хрен на нее. Так, окей. Здесь понятно. Естественно, понятно. Выйти мы не можем. Окей. Так. Что у нас еще есть? Глобус. Глобус Земли после ядерной войны, наверное.
Так, окей, это что? Мне понадобится клей, чтобы починить это. Клей я нашел, погоди, погоди. Я клей нашел, но почему он его не берет? Вот клей. А, о, смотри, смотри, появилось. Клей по керамике, то, что нужно. Отлично. Отлично. Сейчас я приклею. Теперь я могу починить это. Чпунь. Окей. Отлично. Мы починили вазу. Что-то щелкнуло, по-моему, да? Что-то... Так, а куда бобенцы показывают? Ты куда мне показываешь? В потолок? Окей, ладно. Так, здесь у нас ничего не делается. Вот что-то поменялось, нет? Может, на картинах что-то поменялось? Нет, здесь как спал мужик, так и спит. Так, двери это не открыть. Погоди, проигрыватель. Плеер пуст. Плеер пуст. Этот чувак так пристально на нас смотрит, короче, да? Одним глазом. Так вот, присматривается на нас. О, можно взглянуть, погоди. А, не двигается ничего. Короче, соседи. Мы можем наблюдать за соседями. Ладно, допустим. Так, а что дальше? Что дальше? Я слышал, что-то, короче, сдвинулось или что-то, короче, какой-то шум, какой-то звук. Погоди, книжка валяется. Я не знаю, как об этом рассказать кому-либо, но мне кажется, я схожу с ума. Все началось с поставки новых экспонатов. Сначала предметы начали перемещаться, то есть буквально. И все бы ничего, если бы это были карандаши и кисточки, но дело доходило и до столов. Затем я начал слышать смех, детский смех. В здании в этот момент никого не было, но самое странное, мне кажется, что картины следят за мной. Каждый раз, когда я отворачиваюсь, я чувствую их холодный взгляд и злые мысли. Надо срочно сваливать с этой работы, иначе мне один путь в психушку. Я уже собрал чемоданы и спрятал ключ за одной из картин. О! Ключ за одной из картин. Окей. Допустим. Сейчас будем искать ключ. За одной из картин ключ. Погоди. Здесь полюбасу нет. Потому что ничего не делает. Ключ за одной из картин. Погоди. Здесь тоже ничего не... В смысле? Так. Я, кстати, слышал, что да, что-то, короче, переместилось, только я не понял, что переместилось. Ключ. Смотри, громкоговоритель. О! Ключ! Отлично. Ключ от чемодана. Идем к чемодану. Чемодан, чемодан. О, отлично. Так, кассета прежнего ресторатора. Окей. Пачка сигарет и комикс. Что за комикс-то? Что-то там с анатомией связано, наверное. Так, давай-ка послушаем, что нам реставратор сказал. Один из Записал. экспонатов проклят, но я не знаю какой. Звуки и силуэты преследуют меня уже неделю. Я должен уничтожить источник зла. Чисто голос такой, как будто он там вмазался просто. Не знаю, что за экспонат, короче. Что? Какой-то проклятый экспонат. Я накурился. Хочу насрать. Так. Откуда он здесь взялся? Стопэ, смотри. Опа! Опа! Картина поменялась, да? Нет? Смотри. Здесь было апельсин или что это? Яйцо. Какой-то шар. А мне его не поднять? Стоп, погоди. Здесь, в руке, был золотой шар у тебя. Слышь, а мне его не взять. Погоди. Так. А что теперь, а что сейчас делать? А что?
Ладно. Так, а этого нам не сдвинуть, да? Какой-то экспонат, короче, проклят. Я думаю, что девочка. Девочка во всем виновата, короче. А почему мне не взять? Почему? Что происходит? Чем мне не сделать ничего с этим шаром? Так, с тобой может что сделать? Нет? А с тобой? Нет? Вот сюда надо шар пихнуть. 100%. Так, может посмотрим, может там что изменилось? Нет? Нихера. Погоди, а что мне делать? Я прыгать не могу. А, смотри, книга. Я не устоял и воспользовался телескопом, который стоит в мастерской. Вот уже 2 недели я слежу за одной квартирой. С виду ничего необычного, но каждую ночь там включается свет, но никого дома нет. Честно, я непрерывно наблюдал 40 минут. Никакого движения в квартире. Странностей становится все больше и больше. В смысле? Все больше и больше. Мне надо посмотреть, короче, сюда. Телескоп теперь. Ничего не происходит. Ну, лампа горит, и чё? Хер его пойми, короче. Вазу я сделал. Так, мне что-то покрасить там надо было. Мне надо краски какие-то найти, да? Нет? Эти комнаты не открыть, ничего не открыть. Ты мне что скажешь? Нет, одноглазый Джо. Так, с тобой, может, что? По кругу обойдем? Нет. Может, с тобой что? Нет. Так, шаром с этим нихера нет. Может, на стул и повеситься нахер сразу? Скажи мне, что делать. Подскажешь, а? Ты знаешь? Благо, тихо. Слышал, да? Слышал, да? Звук. Я тоже слышал. Стоп. Где звук-то? Играет. Что? Я что-то не могу понять. Воу! Ты слышал? Чё? Стоп! Воу! Ты видал? Ты видал? Херотень какая-то выскочила. Какая-то хрень, короче, в белой мантии. Так, стоп. Мы где-то проснулись, короче. Стопэ. Это та же комната, только без экспонатов. Да? Фонарика нет? Фонарика нет. Телефон звонит. Смотри, там поджечь можно, да, что-то будет. Сжечь нахер все. Билл, я уснул в мастерской. Куда делись все экспонаты? Стой, откуда ты мне звонишь? С мастерской. Я сейчас в мастерской, здесь все на месте, но тебя здесь нет. Где ты? What the fuck? Я сейчас в мастерской, но тебя тут нет. Что-то с этими двумя картинами, короче, да. Смотри, там что-то поменялось, нет? Хера там город, смотри, целый город. Канистра. Так, может глянуть? Воу, 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 воу! Твою мать, ты смотри! Что это там за Майкл Джексон? Опа. Опа. Книги.
А эту картину нашли во Франции в сгоревшем доме. Самое примечательное, что картина осталась цела, вся квартира сгорела дотла. Владельцы этой картины все как один заявляли, что слышали игру на флейте, когда должно что-то случиться. От картины все отказались, и она попала в музей. Картина неизвестного автора. Игра на флейте. Так, окей. Искусство Германии 16 века. Портрет саксонского принца, написан немецким живописцем. Ходят слухи, что принц был очень жестоким и любил издеваться над слугами. Но в своих розыгрышах он не знал меры и были даже случаи со смертельным исходом. Никто не хотел находиться с ним рядом, даже родственники. Портрет саксонского принца. Это принц? Я думал, это вообще девчонка какая-то. Говорят, что старик на картине был готов на все ради любви. Когда ему отказала последняя его возлюбленная, он продал душу, лишь бы быть с ней. С тех пор старика никто не видел. Но предмет его обожания говорила, что дух старика всегда находился с ней и приносил лишь тревогу и страх, влюбленный старик. Так. Окей. Погоди. Эти две картины здесь есть, а третьей нет. Одна из этих картин проклята. Мне нужно сжечь ее, чтобы это все прекратилось. Вот так, да? Там чувак все танцует. Горцует! Он там горцует. Погоди, тихо. Канистр с топливом. Так, взял. Пуньк. Вау! Знаете, чем-то да, этот Лайерс Фир, да, напоминает. Вот. А, мы, короче, наверное, в сгоревшем доме этом, да? Смотрите, записуля. Это ящик, что ли? А, прабабушка говорила мне, что если ты этого не видишь, то не значит, что этого не существует. Откуда вам знать, что прямо сейчас позади вас никого нет? Ух, я теперь боюсь оборачиваться, блин. Зачем ты это написал? А ведь правда, часто мы слышим дыхание за спиной. Возможно, кто-то преследует нас, ждет. Никого. Никого. Окей. Ладно. Так, зажигалка. Зажигалка, мы нахер сейчас все сожгем. Нахер. Так, вот эту картину мне надо сжечь, наверное, да? А, короче, это головоломка, да? Погоди, а как? Какую мелодию-то мне сыграть надо? Погоди. Кочерга, может, я найду что-нибудь в камине? А, ключи, смотри. Ключ, возможно, от сундука. Окей. И надо на... О! Твою мать, а! Ты что творишь-то, блин? Стоп.
А, вот так, я не с той стороны, короче, делал, да? О, смотри, открылась дверь. Появилась дверь. В смысле? Стоп! Какого хера я переместился сюда? Так. Чтобы сжечь эту картину, нажмите F. А, во! Мне надо сжечь эту картину, окей. Так, мы сожгли картину. Почему нас притормозило-то? Спрячился. А, и все? Это типа все? Я только, значит, разыгрался, я только начал бояться. И все, черный экран. Все, мы прошли, что ли? А, все. Видать, все, короче. Вот. Вот такая вот мини-игруля. Мини-игруля. Один раз напугали. Ну, как бы так, скример, да, такой вот. Небольшой скримак такой был. Вот, напугали нас. Отлично. Ну, так вот, знаете. На разок. Можно сыграть. Я не знаю, может, там какие-то последовательности разные у всех. Может, картины разные сжигать. Вот. Можно. Так что, ну, пробовать я не буду. Посмотрели, что она из себя представляет. В принципе, ну, неплохо. Ладно. Нормально. Для мини-игрули такой нормально. Вот. Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте. С вами был Валерий. Всем пока.